Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Давай-ка сыграем сразу в ивент. Мне нравится проходить ихние задания. И у нас, ух, ё-моё, опять здесь пеньки с этими барсуками. Давай, будем отбиваться. Ну, где эти там охламоны? Идут. Выставляем вначале вот такой вот ряд. У нас, кстати, шипы в самом начале стоят. Это очень выгодно для нас. Выставляем. Ой-ой-ой-ой, вот это плохо. Вот это плохо. Сейчас эти ханорики тут побегут. Воу-воу-воу, тихо, не надо так много-то. Лопаются просто как шарики. Два рядка. Слушай, а мы что, должны чисто вот этими вот горошинами сегодня играть? А как мне его пробить? Вот объясни мне, как мне... Ах ты... Ханорик! Не-не-не-не-не-не-не, не надо, не надо уничтожать. Да как же мне... Блин. Хм. Вот объясни мне одно, как... Воу, мы все-таки защиту пробили, да? Да хорош там уже лопать, а? Лопает и лопает. Давай. Орехи. Орехи будем ставить сюда. Вперед. Видишь, вот этот вот щит. Блин. Он вообще... А, он убирается, да? Со временем. Окей, предположим. Пока все хорошо, все под контролем. Я уже тут все практически заставил. Все залепил. Давай орех сюда влепим. Опять сейчас будут, да, включать свои эти щиты. Ну... Да ну, отвалите, отвалите от меня все. Ай-я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 й. Смотри, что делать-то, а? Просто поедает в наглую и ничего не сделаешь. Хм. Так, друзья, это последние зомби. Слушай, ну довольно легко мы сегодня здесь прошли. Испытание на ивенте мне показалось сегодня больно легким. Да, немножко, конечно, было напряженно, но все равно... Если брать в общем, все легко. Так, нам достаются киви, опять киви и 1000 голды. Окей. Ну, а теперь я думаю, что пора бы нам перейти на основную сюжетную. Давайте-ка забежим, наверное, в наш палисадник. Посмотрим, какие у нас там растения можно будет взять. О, посадим. Я, наверное, возьму стебелек электрический. Так, сюда посадим. Что у нас тут? Ага, денежка будет, да? У нас с вами мороз, поэтому я думаю, вот этот вот будет самое то. Чертополох я трогать пока, наверное, не буду. Возьмем орех еще с тобой. Все. Хотя орех можно было бы и не трогать. Ну, ладно, что есть, то есть. Побежали, короче, мы с вами сейчас. Нам остается пройти всего лишь 10 уровней и... Лед у нас будет пройден. 20-я миссия. Давай посмотрим, что у нас тут будет поджидать. Будет ли вообще выбор у нас растений? Если будет, то... Хорошо, так. Я думаю, здесь мы не будем с тобой особо сильно тратиться. Возьмем чертополох, возьмем картошку. Кто ж ты такой? Как тебя звать-то? Чартгвард. Кто ты? Что за растение такое, а? Возьму стебелек, наверное, здесь, да? И... возьму нашу чилибин, фасолинку, подсолнухи. И, наверное, возьму бумеранг. Да, я думаю, вполне, вполне сгодится. Я думаю, что мы справимся здесь. Окей, начинаем высаживать наши маленькие, милые подсолнухи. Так, все у нас под контролем. Здесь будут зомби смещаться все практически на верхнюю линию. Поэтому верхняя линия должна быть у нас очень сильно оборонена. Куда ты прешь? Вот куда ты прешь, а, зомби? Вот скажи мне. Давно фасолинку не ел? Давно у тебя, как говорится, запоры не мучили? Да, обделался по полной программе, парень. Иди отсюда, тоже тут идет ханорик. Так, здесь у нас будет стебелек, листочек. Он мне понадобится. Давай, наверное, с тобой
Поставим сюда вот так вот. И нам нужно... Блин, а я не взял с собой, да? Растение-то, которое у нас будет отогревать. Да, забыл взять. Только лишь картошенка. Ладно, пускай будет картошенка горячая. Так, выставим сюда бумеранг. Сейчас, понимаешь, сейчас будет вот этот вот ветер, да? Появляться, и он будет замораживать мои цветочки. Соответственно, мне придется как-то, я не знаю. Картошки на всех не хватит, это уж точно. Иди отсюда. Надо будет электрический стебелек, мне кажется, сейчас вызывать. С его, как говорится, грозовой тучей. Так, не надо. Почему мне хочется его назвать морковкой? Но это не морковка же, на самом деле. Ох, ё-моё, пошли толкуны, толкают. У меня, ребят, всех позамораживали, ты представляешь, всех. Это плохо. Давай-ка мы с тобой вот так, наверное, сделаем. Во, совсем-совсем другое дело. Стебелек, выходи. Здесь отогреваем. Ну... Так, секундочку, секундочку. Всех поджариваем пока, да? Пока все у нас удачно. Сейчас пойдет вторая волна, и этот начинает толкать. Этот начинает там своих этих охламонов всех подталкивать. Бумеранг бомбит, хорошо. Ой, мне кажется, что я здесь могу проиграть, друзья. Блин, у меня все подсолнухи замерзли, а? Ты представляешь? Они не дают мне энергию. Давай вот так, наверное, фасолину с тобой выбросим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пробегает, пробегает вот этот вот. На этом кондоре. Или как его там еще по-другому назвать. Давай вызовем стебелек. Оттаем. Оттолкнет он? Или он у нас поврежденный там? Я не вижу. Он поврежденный, он уже почти надкусанный. Его опять заморозили. Кто замораживает? Вон тот вон охламон, который бросает, естественно, свои снежки. Давай-ка вот так сделаем. Бумеранг не нужен. Куда идешь с ведром на голове? Пошел прочь. Придется вот так вот сделать, друзья мои. Другого варианта я пока не вижу. Почистили рядок. Так, больше нам пока, наверное, не нужен здесь стебелек. Давай вот так вот призовем. Электричество, где оно? Где грозовая молния? Я не вижу, ребят. Где гроза? Давай, 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 давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, и там толкают. Ты посмотри, а. Последняя волна. Если мы переживем ее, то выиграли. Если не переживем, то фейл. Понимаешь? Окей, окей. Так, давай сюда поставим. У меня здесь замороженный подсолнух. Надо его отогреть. Мне нужна солнечная энергия. Так, куда ты бежишь там с флагом, охламон? Надо его подбить как можно быстрее. Сюда выставим бумеранг. Подсолнухи я больше вызывать не буду. Я не вижу надобности в этом. Да и зомби вроде бы как завершаются, да? Да, это последние из магикян идут на меня. Даже картошку применять не буду. Он там доедает последнего без хлеба, ё-моё. Давай, выходи. Нам остается вот этого добить, и уровень будет пройден. Ну, я могу сказать тебе, довольно легко. Правда, я немножко пожанулся, что не взял с собой нашего оттеплителя. Так, смотри-ка, рука зомби с костью. Что-то новенькое. Что это за бонус мне тут подкинули? Что там? Ротобага. Кто это такой? С чем тебе едят, ротобага? Так, ну Дэйв, как всегда, удивлен, да? Что он нашел замороженную эту руку зомби с костью. Его ж мурашки пробрали от такого вида. Ну а мы продолжаем. Ну что, у нас с вами следующий уровень. Это... Ох ты, что это мы тут с тобой? Ах, вот оно даже как. Подземелье ледяное какое-то. Я, кстати, друзья мои, напишите, пожалуйста, в комментариях, что дает прохождение вот этих вот уровней. Что оно дает? Я помню, проходил где-то, по-моему, на первом этапе, да? Но они бесконечны. То есть ты проходишь первую, потом вторая стадия начинается. Ну, что они дают, я так и не понял. Какой бонус, так скажем.
Пишите, буду очень рад почитать и узнать для себя что-то новенькое. Так, Дэйв опять тут пришел. А Пенни это тачку звать, да, я так понимаю? Так, замороженные у нас орехи здесь. Надо их растапливать. Кстати, а вот это растение можно заморозить или нельзя? Вот этого горхострела огненного. Мне почему-то кажется, что нельзя. Ну, атака у него, конечно, что-то не особо хорошая. Смотри, он очень долго пытается разморозить орех. Ну, будем надеяться, что его, по крайней мере, заморозить не смогут. Оттопили, да? Все, окей. Начинаем бомбить. Так, на этот ряд нам нужно с тобой поставить. О, прибыли. Явились, не запылились. Мне кажется, здесь будет уровень состоять чисто из огненных вот этих вот горохострелов. Да? А как ты смотришь на... А, они же здесь проходят, точно, он же замороженный. Ну-ка. Опа, просто рядок запалил и все. И нормуль. И он доволен. Так, давай тогда еще вот сюда на этот рядок поставим с тобой. Во, листик нам выпал. Это прекрасно. По-моему, не могут заморозить наши вот эти вот растения, мне кажется, потому что он огненный. Ну как ты огонь заморозишь, согласись. А вот здесь вот стоит ставить... А, не могу. Вот сюда тогда влепим. Этот же у нас Снапдрагон, он же тоже огненный. Так ведь? Он же огнем бомбит. Огнем. Но его, по-моему, заморозить смогут, если захотят. Но мы же не дадим этого сделать. Ё-моё, все мои ловушки заморозили, а? Ты посмотри. Что ж такой сильный-то? Так, вот это, конечно, плохо идет. Он очень сильный. О, магнит. А магнит работает? Ну-ка, давай проверим. Да, он работает, ребят. Он снимает эти вон ведра с голов зомбарей. Это классно. Так, стебелек выпал. Давай, наверное, сюда еще поставим с тобой магнитик. Опа. Вот это мне не нравится, вот это мне не нравится, что здесь накопилось уже этих охламонов очень много. Вот так сделаем. Слушай, ну довольно прикольный уровень. У нас остается последняя волна, мы сейчас дожидаемся ее, да? И уровень будет пройден. Отлично. Давай сюда вот поставим с тобой шипы. Пускай получает достаточное количество урона, чтобы сразу отдуплялись. Сюда. Да ё-моё, что же вы все на этот ряд-то на нижний, а? Надо сюда побольше этих поставить. А то их сюда смещают и смещают эти вот самые кисти. По-моему, вот эту же кисть мы и подняли, да? Замороженную, только с костью в руках. Иди сюда. Выставляем. Ну что ты там... Ага, заморозил мне магнит. Причем так быстро он его заморозил, а? Быстро, быстро, очень быстро. Окей. Что там за мелодия? А, опять этот вышел. Финальная волна, пишут. С флагом надо уничтожать. В первую очередь с флагом. Вот так вот это все у нас выходит. На последней волне можно, как говорится, применить и листочек. Это, как говорится, ничего страшного, да? Не грешно. Так, забомбили. И остаются у нас последние зомби. Наверху и внизу. Все, друзья мои. Уровень пройден, причем довольно легко. Мне нравятся такие этапчики, где мы можем с тобой пройти на изи и плюс еще при этом немножко заработать. Так, ну а мы переходим тогда на следующий. Я не знаю, ребят, сможем ли мы сегодня пройти все 10 уровней, дойти до босса. Но постараемся. Даже не дали мне выбора. А, нет, дают, дают выбор, пардонче. Не нравится мне это все, что тут у нас. Мне кажется, нам надо будет взять с тобой шипы, но их будут замораживать. Тогда вот так вот сделаем с тобой. А? Чётенько я придумал. Сейчас мы их разберем. И, наверное, фасульку я возьму. Да. Все у нас есть. Можем приступать. А что эти крокодильчики делают? Можем проверить, в принципе, сейчас, что такое. Что вы мне там написали? Надо растопить как можно быстрее их, да? А чтобы растопить... А, вот. Картошка же у нас есть, я совсем забыл. Посмотрим, что он делает. Ага, крокодил у нас стреляется чем-то.
какими-то, я не знаю, семенами, что ли. Но он какой-то слабенький. Он мне показалось слабенький. Окей, давай еще вот этого крокодильчика сверху растопим. Этого оттолкнем. Вот так вот. Подсуну. Как они там пердят. Это, конечно, что-то с чем-то. Я хочу накопить, знаешь, на что? Вот на это вот растение, чтобы выставить его. И оно сделало ульту. Вот таким вот образом. Так, вот это вот плохо, когда вот эти вот ханорики... Ой, подожди. Съест, ребята, сейчас используют у нас, да. Как-то я не подумал, что здесь, да у меня и здесь никого нету на прикрытии. Ё-моёшечки. Это не есть гуд, если ты хочешь знать. Вообще нехорошо. Так, давай сюда поставим. Они всех этих поели, да, уже? Опа-на, а вот этого я боялся. А вот этого я боялся, потому что здесь внизу никого нету. Так, они перемещаются сюда, да? Хорошо, сделаем так. Так, сейчас побегут. Да ну, проиграли, ребята, представляешь? Не углядел. Бывает такое. Ладно, переигрываем. Ретри. Ну, давай, давай, хорош прогружаться тут уже по 3 часа. Блин, как же я так лопухнул. Я просто совсем забыл, ребят, что их же смещают сюда вверх. Значит, немножко по-другому переиграю. Мне нужен кто? Мне здесь пригодится фасолина, наверное, не нужна. Фасолина. Бумеранг я возьму. В принципе, электрический стебелек тоже неплохо здесь может нам сыграть. Мне кажется, даже его выгоднее брать. Вот так сделаем. Поехали. Ну, лопухнулся маленько, бывает, друзья мои. Что ж ты поделаешь. Крокодилы эти, конечно, ну, что-то вообще не алё. Не знаю. Никакого эффекта я от них хорошего не увидел. Может быть, я их плохо еще знаю. Плохо знаком с ними. Сейчас дам инкомин. Не буду даже их растапливать пока. Это сделает стебелек за нас. Значит, они будут все сюда смещаться, да? Вот эта вот линия должна быть у нас хорошо укреплена. Чтобы зомби не чувствовали себя здесь как дома. Давай еще стебелек поставим. Идут, идут аглоедушки. Поджарили. Так, и шипы надо влепить. Вот сюда где-нибудь. Или вот сюда. Нет, даже вот сюда можно влепить их. Да, я так и сделаю. Я вот сюда поставлю шипы. Пускай они будут. Наверное, еще надо ряд подсолнухов сделать. Ряд подсолнухов. Так, может быть, нам растопить все-таки одного крокодильчика? Вот так вот мы сейчас с тобой сделаем. Слушай, сверху идут. Все, я понял, что делает у нас, ребята, крокодил. Видишь, он как бы идет и всех съедает наряду. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, я не знаю, ребята, он одноразовый какой-то. Ну что, ульты у нас нету с тобой. Мы с тобой профукали ульту вот у этого растения в прошлой игре. Так что теперь придется своими силами как-то справляться. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушай, а у нас-то здесь никого нету. Ох. Стебелечки, давайте бомбите, бомбите, бомбите этих хорьков. Успели. Молодцы, спасли меня в этот раз. Давай еще поставим стебелек. Опять этот идет в пеньке, а? Ну ладно. Опс, оттолкнули. Сейчас съедят, да? Ничегошеньки не вышло у них. Оу. А как так-то? Я даже, ребят, не углядел на самом деле, что здесь зомби уже прошел у нас. Это не очень хорошо. Давай растопим. Такая музыка еще. Так, а это последняя волна сейчас будет у нас, да? Пойдет.
Окей. Давай сюда поставим чертополоха. Здесь мы с тобой растопим. Да, вот эти вот, конечно, вредные, очень вредные. Бегут, бегут. Ну, вот то, что стебельки, конечно, их подбивает довольно хорошо. Это нам на руку, это нам выгодно. Никто не пробежал. То есть, ну, в первый раз, когда я играл, да, ребят, немножко не ту стратегию выбрал. И мы с тобой зарабатываем пиньяту. Давай посмотрим, кто или что нам отсюда выпадет. Так, ротобага. Что это такое? Что за ротобага? Покажи, пожалуйста, содержимое свое, а? Монеты, 100, окей. Картошка горячая, окей. Угу. Пеперпульт и все? А что так жиденько? У нас с вами очередное задание, и я смотрю, мы должны спасти вот этих вот. Слушай, это довольно сложно будет, мне кажется. Хм. Хорошо, давай так сделаем. Вот так, картошку возьму. Наверное, тут будет... Да, тут эти чувачки опять с пенечками. Поэтому нам надо будет с тобой взять электрические стебельки. И я думаю, что орех здесь не будет лишним. И шипы, да? Возьмем с тобой, наверное. Хотя можно и обычные взять, вот эти травяные. Не обязательно костяные. Давай травяных возьмем с тобой. Что? А что им не нравится? Понял. Им не нравится то, что я не взял, ребят, подсолнух. Естественно, что я там буду делать без подсолнуха? Хотя на самом деле у них есть там подсолнухи. Вот они, замороженные. Сразу же начинаем растапливать. Сзади будем ставить подсолнухи, а вот этих вот будем растапливать. Ну, картошка где-то там. Вот картошка у нас созрела. Растопила. И зомби уже тут как тут бегут, сломя голову. Забираем все. Так, следующий растопим. И стебелечки, стебелечки электрические пускай стоят. Здесь я поставлю, пожалуй, вот так вот, чтобы закрыть проход к ним. Ох, ты че? А как ты? Фига не их. Просто... Нет, друзья мои, это что-то чересчур, по-моему, перебор. Давай вот так. Зачем я это сделал? Ну, вот зачем я сюда поставил? Ни ума, ни фантазии, а, ребят. Ай-яй-яй. Это было плохо. Это было плохо и ни к чему. Давай начнем с этого. Так, стебелечки. А, съели. А, так тут нужно, чтобы ребята всех не съели, да? Одного можно. Ну, типа того. Ладно, хоть одного, но нам нужно спасти. Я постараюсь. Но не утверждаю, что это получится. Так, листочек, иди сюда. Бегут, бегут, бегут. Такие противные, а? Хорошо, что они легко убиваются. Вон этот летит на крыльях ночи, ё-моё. Давай вот так вот сделаем с тобой. И орех я вот хочу сюда поставить. На всякий случай, чтобы этот чучело у нас не перелетело здесь. Так, и мне нужно, по идее, вот этих вот. Как медленно мы с тобой копим финансы, а? Как медленно. Солнечную энергию практически она вообще не идет у нас. Выставляем сюда чертополох. И еще... Да куда вы их закидываете-то, блин? Ко мне. Это специально как... Трындец. Просто в наглую. Тут, смотри, уже просто съедает. Охламон. Давай так вот сделаем. Накаляется, блин, обстановочка, да? А-а-а, вот оно что, друзья мои. Оказывается, если они съедают его полностью, мы с вами проигрываем. А в тот раз он у меня был недоеденный. Вот почему игра заново.
Что-то у меня одни фейлы за фейлами идут. Так, давай тогда подумаем получше. Подумаем получше. А что тут думать? У нас, в принципе, все хорошо. Все здесь есть. Убрать, может быть, картошку? Нет, картошка нужна. Кого мы можем с тобой убрать здесь? Да, в принципе, все как бы хорошо. Ладно, ребят, попробуем еще разок пройти с вами. Вот, короче, не надо, чтобы они съели полностью. Пускай он будет без этих листочков, так скажем, да? Но главное, чтобы не съели. Выставляю я, наверное, сзади сюда стебельки эти электрические. Не будем с вами выставлять на первый ряд эти подсолнухи. Подсолнухи будут у нас стоять вот здесь вот. На этих рядах. Так, энергия пошла. Пошла энергия. Так, орех ставим. Главное, чтобы его не заморозили. Если замороженный будет, то, конечно же, зомби будут просто-напросто проходить через него. Так, расступим здесь. Так, энергию. Окей, солнечную энергию получаем с тобой. Выставляем стебельки. Этих можно будет... Вот это меня, конечно, раздражает. Очень сильно раздражает, что он прям вот приходит, прям вот сюда его подтягивают. Это не дело. Это нечестно. Я так тебе скажу. Поставим с тобой... Что мы с тобой поставим? Орех? Орех можем поставить. Смотри, смотри, видишь, он стреляет, он бомбит. Так, стебельки мои... Электрические справляются более-менее, слава богу. Так, хорошо, энергию дают. Еще вызовем стебелек. Так, что у нас там? Ничего не заморожено? Нет, ничего не заморожено, все хорошо. И начинаем с тобой выставлять наши тыквы. Тыква это не тыква, не знаю я, ребят. Будем называть тыквой. Ну вот куда ты летишь, а? О! Этим тоже тут не место. А, уже заморозили, да? Они мне заморозили орех. Надо его растапливать как можно быстрее. Вторая волна назревает. Сейчас пойдут. Сейчас пойдут. Охламон. О, энергии сколько мы заработали. Чертополох я выставляю. Он нам здесь пригодится, это уж точно. А, вот, внизу, смотри, начинает толкать. Внизу начинает толкать. Нам нужно что сюда? Да ё-моё, опять не за свою, а? Опять не за свое, опять это... Он зомби здесь бронированный. Слушай, сложно будет как-то здесь противостоять. Так, тут у нас что? Блин, зомбари эти замороженные, а? Достача счета. Еще волна будет сейчас суперская. Вот здесь у нас нет защиты. Более-менее хорошей. Я, кажется, понял, где я, ребята, сделал ошибку огромную. Знаешь, где? Нам надо было с тобой... Сиамского близнеца брать. А почему? Потому что он... Или Бонг Чой, точно. Он бы тоже здесь очень даже неплохо бы зашел. Он потому что и спереди может атаковать, и сзади. Это как раз то, что нам нужно было бы. Ох, ё-моё, тут все под электричеством. Электроразряды. Слушай, ну смотри, на самом деле здесь уже ничего сложного не было. Мы практически уже прошли. Остается вот последний зомбарь здесь у нас. Я вот так вот сделаю. Вот когда проходишь по второму разу, да, ничего, ребята, сложного, оказывается, здесь нету. Ловкость рук и никакого мошенничества. Но все, прошли, прошли, двигаемся с вами дальше и смотрим следующий, так сказать, уровень. Это мы с тобой прошли сколько? 3 миссии, да? Еще 7 нужно пройти. Что там? 200... А, 2500 солнца нужно накопить. Я так понял, правильно, да? Или потратить, я не знаю, ребят. Давай посмотрим, сделаем так. Возьму стебелек. Вот этих вот ребятушек. Без них просто уже никуда. В принципе, этого будет, наверное, достаточно. Хотя, А, магнит, я хотел сказать, давай возьму магнит. А магнита у меня и нету. Магнита у меня нету. 125, я не знаю. Или взять бумеранга. Или взять бумеранга. Давай попробуем вот таким вот образом.
Сколько... Понятно. Блин. Если бы я знал, что мне дадут всего лишь 75 монет, естественно, я бы... Так, вообще-то я могу успеть, да, поставить этот подсолнух. Выставляем. Ну, естественно, сразу же заморозка идет. Все как полагается. Блин, плохо. Ну, будешь ты давать энергию, дает. Дает энергию, что я могу здесь сделать? Ну, давай вот так поставим стебелек с тобой, наверное. Он один-то хоть справится. Оп, заморозили просто мне сразу же. А стебелек-то, скорее всего, один и не справится здесь. Хотя нет, вроде бы как уничтожаем потихонечку зомбарей. Пока идут легкие зомби, мы должны с вами успеть их забомбить. Вот так вот. Ой-ой-ой-ой. Так, секунду-секунду, я немножко начинаю теряться. А здесь пойдет наверх, наверх пойдет. Да ну! Ты сейчас серьезно это сделал? Так, он пойдет, ага. А этого откидываем. Да ты будешь на... А, все, он подбил его. Фух, повезло. Сколько у нас этот-то стоит? 200. Он стоит у нас 200. Давай вот сюда его влепим. Чтобы не замораживались у нас здесь. А? Ой, этот идет у нас. Со своими бурундуками, сусликами. Кто там, я не знаю, хорьки. Давай-давай, стебелек электрический, бомби. Фу, вроде бы повезло пока, пока. Так, здесь растаиваем быстрее. Опачки, тут сейчас перейдет. Ну здесь ладно, хорошо, здесь мы отобьемся. А вот этот вот летун, вот этот раздражает. Летунка нам тут не хватало еще. Мы его сбросили. Так, у них скорость, потому что идет предводитель с флагом. Окей. Что, ничего не заморозили пока? Пока нет. Давай, выпускай бумеранг-то свой. Чё ты стоишь-то там? Стоит, любуется, а? Какой-то заторможенный этот бумеранг, если честно. Что они мне тут заморозили еще? Никаких заморозок, я сказал. Трындец, у меня же тут стоит растение. Почему они могут замораживать их, а? Так, надо применять меры. Кардинально, ребят. Не дело просто уже, вообще. Смотри, смотри, что происходит. Стебельки! Я же думал, не справится. Справились, слава богу, с горем пополам. Кто? Что, Гаргантюа где-то идет? Нет, не показалось? Ну куда вот... Кто там орет-то так? Я не могу понять. Стебелек, давай, вся надежда на тебя. Толкают, толкают. Это последняя волна получается, да, ребята? Так, ну что, бобры срабатывают, надеюсь. Бобры, говорю, срабатывают или нет? Срабатывают. Окей. Так, а это у нас... А, понял я. Кто тут шипел? Вон он. Толкает который у нас. Глыбы льда. Так, мы его поджарили. И последний. Все, друзья мои, прошли. Но хотелось, конечно, чтобы все бобры были сохранены. Так бы больше получили бы монеток. А я еще и 2500 солнца не набрал. Ну что, друзья, вот такую вот команду я себе, наверное, оставлю. Попробуем ей пройти. Я вот не знаю, может быть, мне взять бунг-чой. Хотя, я думаю, не стоит. В общем, наша задача выставлять подсолнухи в первую очередь, потому что 2500 солнца нужно накопить. А это, оказывается, здесь не так легко и просто, как я думал. Сюда мы, наверное, поставим первый подсолнух. Естественно, заморозка, как же без нее. Две энергии получили, окей. Выставляем с тобой сразу второй подсолнух здесь. Так, зомби идут, зомби идут. Сюда я, наверное, поставлю стебель. Пускай бомбит потихоньку. Так, пошла заморозка. Заморозили, да? Один из подсолнухов. Снап-дракон сюда поставится у нас. Интересно, он будет отогревать растения замороженные или нет своим дыханием? По-моему, нет. Или будет, я не знаю, сейчас проверим.
Так, энергия выпадает. Воу-воу-воу-воу, тихо. Смотри, что делают, а? Так, пока держимся, друзья мои, пока держимся. Лишь бы, конечно, ничего тут не заморозили мне еще. Давай, отогревайся, подсолнух, отогревайся, родной, потому что мне нужны солнечной энергии как можно больше. Конечно же, они тут все у меня, ребят, замораживают. Не дают ни секунды покоя. Электрические стебельки хорошо мне там будут помогать. Так, эти побежали, да? Мы их уничтожим, надеюсь? Отлично. Справились. Так, 200 энергии. Что же нам сделать? Давай вот так вот я поставлю. Давай вот так вот я поставлю. Здесь вот фасолину. А как он так быстро съел-то мне этого? Обалдеть. Так, отогревайся, родной. Там кондор летит. Надо этого кондора... Ай, не попал, ребята. А, не попал чуть-чуть. Тут-то все заморожено, ё-моё. Они замораживают мне подсолнухи. И это плохо. Это плохо, что подсолнухи у меня здесь заморожены. Иди отсюда с флагом, ты достал уже. Опа-на. А здесь у нас кто? А здесь у нас бурундуки. Сейчас побегут. Ё-моё, что они сейчас тут натворят мне? Делов, а? Сколько? 700 солнышек я, да, уже накопил? 700. Этого мало. Надо еще больше, больше энергии солнечной. Блин, и врагов все больше и больше становится. Это посмотри. И врагов все больше и больше. Слушай, а я могу, наверное, знаешь, как заработать? Если вот так вот буду делать, а? Энергию. 1050. 1300. Слушай, ну это что-то невыгодно как-то. Давай вот так еще разочек. Так, в общей сложности пока 1550. Не айс. Так, оттолкни этого кондора. Нечего ему здесь делать. Что там еще? Так, сработает сейчас, конечно, бобер. Ладно, фиксим. Немножко можно, да? Немножко можно. Так, выставляем, наверное, вот сюда. Подсолнухи, давайте, давайте, родные мои, не подводите меня, пожалуйста. Вы мне просто необходимы сейчас. Что ты там ржешь, хорек? Да, энергия пошла, пошла потихоньку. Еще один подсолнух я выставлю. Слушай, в принципе, вот этого должно хватить у нас. Да? Для того, чтобы выиграть этот уровень. Так, мы сможем его оттолкнуть? Оттолкнули. Всего 450 энергии, и мы с вами этот уровень прошли. Ну, поверь мне, мне показался он самым сложным из всех, которые сейчас были вот в данный момент. Так, еще энергия. Вот, спасибо большое. Вот эти нижние подсолнухи дадут энергии, и все, ребята, и будет достаточно. Главное, чтобы эти зомби не погибли. Чтобы я успел насобирать. Ну, все, друзья. Фух, теперь просто уничтожать этих зомбарей, и уровень пройден у нас. Офигеть. Не так все просто было. Хотя вот если сейчас смотреть, ничего и сложного, по идее, не было. Ну давай, 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 подходи уже, сейчас мы тебя растеребунькаем здесь. Смотри, смотри, смотри. Сейчас мы его еще откинем. Я еще вот так вот сделаю. Из принципа. Бамс. Ну что, друзья мои, наконец-то я прошел этот уровень, ё-моё. И достается нам пиньята. Достается нам с вами пиньята. И давай посмотрим, что у нас здесь есть. Так, 100 монет золотых. Отлично. Редиска это.
О, этот парень пригодится. Кстати, мы можем его улучшить. Фух. Прошли. Ну что, друзья мои, у нас что-то тут опять Дэйв безумный удивлен. Пенни тут ему что-то рассказывает, как всегда. И начинается следующая миссия. Друзья мои, я бы с удовольствием поиграл бы в нее, но у нас вышла Gears Tactics. Поэтому я сейчас буду закругляться и пойду в нее играть. Ближайшее видео на втором моем канале. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.